14:00 в Москве. Предлагаю нам вместе провести этот час. Меня зовут Оксана Кочкина и предлагаю начать с хорошей новости. В Ингушетии удалось избежать трагедии. Там разминировали автомобиль. Его обнаружили в селении Алиюрт. Операция длилась 2 часа. На самом деле, большое спасибо местным жителям, которые как раз эту «Волгу» и заприметили. Ну, небольшой населенный пункт, всего 6 тысяч человек там проживают. Конечно же, машина, которая просто так была припаркована на обочине, вызвала у них подозрение. Сначала кинологи подъехали, собаки тут же дали знак. Внутри взрывчатка. Но после уже подтянулись спецслужбы. Оказалось, что самодельное взрывное устройство было спрятано в газовом баллоне, который находился в машине. Владелец «Волги» — это, конечно, большой вопрос. Но интересно, он ли оставил машину на дороге? Дело в том, что еще 4 месяца назад автомобиль принадлежал местной жительнице, ей 70 лет. Но затем она выставила его на продажу, и новым владельцем оказался мужчина из другого региона. Вот сейчас его ищут следователи.